чё ты ржёшь? Ты видишь, что мы в параллельной вселенной какого-то адового говна? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Продолжаем наше приключение за Лизу Симпсон в рамках игры Simpsons Hit and Run. И прямо сейчас мы находимся рядом с Апу... Апу... Бабаджадиняном. Я не знаю, какая у него фамилия. Если честно, я этого не помню. Апу Куштущинящвили какой-нибудь. Это ужасно. Ну... Очень плохой человек уничтожает гамбургеры, которые дешевле, чем мои бутерброды быстрого приготовления. Да он вообще охерел. А зачем уничтожать гамбургеры? Зачем он уничтожает? Помоги Апу победить мясоедов. За отведенное время собери мясо с грузовика Клетуса. Клетус — это тот самый реднек. По-видимому, его надо таранить в жопу и собирать из него мясо. Блестяще просто. А, но перед этим, конечно, да, мы всем этим будем заниматься, если мы не умрем от старости во время этих сраных загрузок, блин. Так, да. Ой, не получилось, да? Так, ну шо, Клетус, готовь свой Клетус к побоям. Сейчас мы отклетусим тебя. Ой, как следует. И сюда! Давай, как следует ему. В стиле балалайки, в стиле... Я беденькая, старенькая, мелкая машинка. Чего они там несут, нахуй? И-ха! Да, я лучше это делаю, чувак. Ты просто лох. Крути сам. Педали, пока не дали. Я... Крути педали, пока не дали? Чувак, так сейчас дадут. Только тебе не понравится. Двигателя 300 лошадиных сил. Кто из них это говорит, я не понимаю. Абсолютно одинаково говорит. А, ну городские ребята точно говорит Клетус, это сто пудов. Он-то не городской парень. Он у нас парень по принципу. Well, can you just don't touch my car? I don't like when you touch my car, you motherfucker. Ну-ка, тихо, стоп, стоп, предмет брошен. Подбираем, подбираем. Мне кажется, он... Он вообще, этот Клетус, он был бы идеальной массовкой для какого-нибудь очередного фильма «Братьев Коэнов», вроде «Фарго» или типа там. Бах! Ему, походу, каждый раз, когда мы его тараним, ему там яйца щемит чем-то, и он... Ой, как больно-то, блин! Вот, еще раз. Смотрите, мы прям проникли в его автомобиль просто. Отпенетрейтили его замечательную тачку. Все, давай. Бах! Давай, последний кусок. Ну, осталось 20 секунд, ребят. Если не успеем, придется заново начинать всю эту прелесть. Бах! Вот это точно! Это точно выдаст нам. Это было круто! Но Барт пропал, а я ничего не сделала, чтобы найти его. Возможно, ну... тебе следует проконсультироваться у профессора Фринка в обсерватории. Похоже, ему так известно все, кроме одного. И зачем я сюда вообще пришел? Зачем ты вообще приехал в эту страну, да? Ему только это неизвестно. Нахрена ты уехал из своей Индии сюда, чтобы стоять и всю жизнь торговать каким-то говном? Да, вот это он, наверное, не понимает, профессор. Так, мне нравятся их диалоги между собой, их надо улавливать еще, потому что они как бы между делом что-то трендят, а это важно еще по сюжету, может быть, поэтому надо прислушиваться. Он как бы что сказал? Она сказала, точнее, вот что я ничего не сделала для поимки брата. Я надеюсь, что мы скоро этим займемся. Но перед этим вот этот смех... Такой был, конечно, когда только-только миссия закончилась. Это засмеялась Лиза, если кто не понял. Но звучало это так, как будто смеется педофил Апу, который что-то там хулиганит немножко за рулем сидит. Вот, собственно, обсерватория. Нам туда нужно по сюжету, но я бы пока просто бы посмотрел вот на эту красоту. Вы гляньте, вот он. Вот он закат... Ой, блин. Твою мать, я упал! Ах ты собака! Мы оказываемся в такой вот обсерватории. Тут наверняка можно что-то подергать, мне кажется. Где-нибудь какие-нибудь... Вот, нажми действие. Смотрите. Оп! Видите, мы запустили какой-то механизм. Вот здесь тоже нажми действие. Так. Ага. Ну, неплохо. У чувака тут как бы телепорт есть. Замечательно. Я считаю, что Нобелевскую премию уже можно дать за такое. Вообще, представляете, как изменил бы нашу жизнь телепорт? Он бы изменил все вообще. Он бы геополитику изменил, потому что нефть была бы нахрен особо не нужна. Потому что люди бы телепортировались и не пользовались транспортными средствами. Это же охренеть. Но товарищ профессор Фрэнк какого-то черта он сидит тут профессор и не... Как Фрэнк, это... Профессор Фрэнк, не... моего брата нет, вы его не видели.
не запатентовывать. Давай посмотрим. Барт помог мне построить монстра, затем исчез в яркой вспышке света. Угу. Это просто сумасшествие. Надо поговорить с кем-нибудь умным и образованным. Ну да. Настоящая королева. Этот-то недостаточно умный и образованный, с телепортом, блин, который работает реально. Это ж вообще быдло тупое. Ему еще чуть-чуть, и он будет вместе с Клетусом помидоры выращивать. Вообще не умный, не образованный. С кем бы еще поговорить? Кого бы еще? Наверное, с папой. К Гомеру поедем. Вот это умный мужик образованный, да, вообще. Он так хорошо образовал себе пузо, нажрав его животом. О, здорово. Абрахам, дедуля. Дедушка, ты поможешь мне найти Барта? Он пропал. Может, я просто старый человек, но вещь Барта выпала из этой черной машины. Ух ты, дедушка, какая замечательная подсказка. Ты признан жителями города ценным членом сообщества. Я думал, у меня начали снова резаться молочные зубы, поэтому я и ударил медсестру. Мне нужно выбрать что-то побольше, если я хочу разобраться с этой машиной. Например, школьный автобус. Они такую херню несут! Твою мать! У меня пошли резаться молочные зубы, я ударил медсестру. Да это ж так все делают. Все дети только начинают резаться молочные зубы, они сидят клубы, блядь, на... Ух! Для выполнения этой миссии тебе понадобится школьный автобус. Купи его у Отто в Кампкрасте за 300 монет. Помни, ну, телефонные будки, это понятно. Короче, ребята, нам нужно ехать к Отто. Отто, это я напоминаю, о, такой... Нужно быть внимательнее. Ну, вообще, да, когда дорогу переходишь, желательно быть внимательнее, девочка. Это я согласен. Пошевеливайся! Ты кому? А, вот, получается, вот и лагерь, да? Old of Ramp Camp, да? Как-то вот здесь можно проехать туда? Хрен нас два, да? Как же туда проехать? Может быть, надо наоборот было ехать, я не в ту сторону погнал. Кэмп Красти. А, вот и въезд, да-да-да. Я ж пытался еще тут срезать. Вот лагерь Красти. У нас тут есть, во-первых, секреточка, во-вторых, вот эта штука. Плюс, опять-таки, надо бы все-таки... При, по возможности собирать... Надо поработать над этой одышкой. Карточки, наверное. Карточки надо по возможности собирать, потому что потом они все пригодятся мне. Ну-ка. Шо это? Оу! Не ожидал! И вон, кстати говоря, между прочим, карточка. Но как ее достать, я не совсем в курсе, если честно. А вот я и машину-то свою оставил, да? Так, давайте еще сразу же вот сюда сгоняем тоже. Раз, два, три... Теперь вот это вот, бах, все. И куча монет, ребята. Куча монет. Это по-любому отсылка к какой-то серии, но лично я не выкупаю. Этой отсылки я не понимаю, я не помню абсолютно. Ну и ладно, и давайте тогда уже займемся покупкой. Я знаю, что я немного не доросла, чтобы спрашивать такое. Слушай, у меня не осталось специальных средств, а мне нужно еще. А мне можно сесть в ваш школьный автобус? Сплясывать. Хорошо, здорово, заплатите, и он весь ваш, леди. Ну да, почему бы не продать маленькой девочке автобус? Ну, это совершенно нормально, все так делают. Так, тут у нас сейчас опять подзагружается школьный автобус. Давай, 300 для покупки. Купить. Так, и я могу его использовать, и для него будет какая-то миссия особая, да? Чтобы найти улику, уничтожь черный седан. Следи за временем. Да, действительно, а теперь маленькая девочка будет уничтожать автомобили и водителей внутри. Ну, прямо как... Все в их замечательной семье. И Гомер, и Барт, все этим занимаются. Все уже наубивали на несколько пожизненных сроков в этой игре. Но она добрая и детская. Почему нет? Так, ладно, все, поехали дальше. Отто там отжигает у него там нормальное радио вообще. Ой, стоп. Уничтожь черный седан. Не проблема. Это не проблема, это я могу. Это я могу, это я люблю. Давай-ка, сюда иди, седан. Седанчик, ой, седанчик. Очень классная. Ты вообще, ты само добро, сама галантность. Ты уничтожаешь автомобили на полном ходу. Прекрасно. Вот и он уже почти умер, да? Поедь в театр ацтеков. Боже мой. Ой, не туда, правильно? В этом направлении. Да. А вон карточка еще одна. И там карточка, и тут сразу две карточки вот в этом месте, да? Смотрите, с карточками, наверное, будет, я думаю, в будущем отдельная серия, где я их все соберу и посмотрю этот мультик секретный. Ну вот, который продает этот мужик, этот жирный. Жирный гондон, который вот здесь вот прям находится. Он же мультик продает в обмен на все карточки, да? Надо найти все карточки, дать ему... Ой-ой-ой-ой-ой! Ох ты, твою мать, как интересно играть-то стало сразу, да? Нихера не понял. Прикольно, прикольно.
Ну, зато экстремально. Зато, ребята, экстрим, что называется. Там, кстати, можно было срезать, походу. Ну, в принципе, сейчас времени идет, таймера нет никакого, поэтому мы можем просто спокойненько кататься. Да что происходит, нахрен? Ну ладно, давайте я тогда... Машину видно, и ладно. Остальное как-нибудь потом прогрузится. Остальное как-нибудь прогрузится, хер с ним. Так, она не туда поехала, кстати. Она меня обманула. Я вижу... Я, знаете, могу как? По радару ориентироваться. Я еду по радару. Ах ты, мудак! Скотина. Ты посмотри, что он делает, а? Слушайте, я так могу и не пройти. И, вот это уже перебор. Уже можно? Можно? Так, что-то он совсем... Что-то этот седан совсем офонарил. Я, конечно, все понимаю, но... Ты что, парень? Ты в порядке? Он по воздуху ехал, типа, или как? Так, ну-ка. Да что творится? Вообще игра не грузит. Тут текстуры вообще не грузят. Баг на баге. Вот это Симпсоны, ребята. Таких Симпсонов еще не было, да? Где вы еще таких Симпсонов увидите, как не на канале Декарта? Лучшие Симпсоны из всех. Ну-ка, а если Escape нажать? Не работает? Вы знаете, я не помню, чтобы у меня такое было, когда я в детстве проходил. Ну как, в детстве, в подростковом возрасте. Ну, зато... зато неплохо проходится, как минимум, да? Так, что это значит? А, еще один, да? Ай, мои волосы. Ой, слушай, да, волосы это самое страшное. Мне пора идти. Какой приятный момент. Тихо, тихо, тихо. А че она не едет-то? Пора действовать. В чем-то застряла, по-моему, да? Пора действовать, серьезно? Так, просто потом. Ага, все. Все, все загрузилось, отлично. Теперь, значит, такой проблемы не будет, да, в будущем? Я так понимаю. Я так надеюсь на это. Не, ну так все время будет сложно играть, если честно. Если все время такая херня будет повторяться, это будет сложно. Мне бы, кстати, еще, знаете, вот этот гаечный ключ бы не повредил. Вот очень мне надо бы подлечиться уже. Конечно. Так, 40 секунд, 39, 38, да, 37. Надо потихонечку его тоже уже доводить до кондиции, потому что... То, что пора уже, да? Вот, вот он уже дымится. Машинка уже дымит. Я пошел нахер, а хорош дудеть тут. Я тебе сейчас подудю. Сейчас тебе так подудю нахрен. Так. Сейчас так подудю, что... Пойдешь к дудю. Так, ой, ну-ка. Бах. Еще удар. И еще удар надо будет наносить. Тут опять, видите, по какой-то причине... Сегодня именно, или... Слишком медленно. Вот так вот. 6, 5, 4, 3, 2. Есть! Что происходит по этому городу? 2 секунды отделяло. От поражения отделяло 2 секунды. Так, послушайте, мне кажется, что это слишком. Мне кажется, что вот такой вот режим игры это слишком. Блин, я не понимаю, почему это происходит. Что с этим делать? Ну, теперь надо бы шефу Уигаму сообщить обо всем этом дерьме, да? Ну, правда, его полицейские качества, честно говоря... Ах, хер ли тут Смитерс делает? Короче, его полицейские качества оставляют желать лучшего. Смитерс, пошел вон! Ты что тут забыл вообще? Извините, главный Вигам, вы можете мне помочь? Мне нужно найти брата. Главный Вигам? Прости, маленькая девочка, я сейчас очень занят. Мы собираем улики. Сколько ударов у тебя уже есть? А, нет. Но это только потому, что я очень-очень плохой коп. Итак, если ты хочешь работать под прикрытием, тебе будет нужна хорошая маскировка. Хочешь сказать, как замену? Оу, неплохой. Мы можем себе это позволить. Я бы не стал принимать оплату купонами. Ну и что же у вас есть, ребята? А здесь продаются костюмы на Хэллоуин. Хорошо, подожди здесь, а я переоденусь. Подожди меня здесь, крошка жирная, а я переоденусь. Главный Вигам, твою мать! Шеф Уигам, шеф полиции. Они перевели шеф полиции как главный. А так как он шеф Уигам, они перевели главный Вигам. Это какой-то кошмар. Ребята, что у вас в голове, те, кто отвечали вообще за этот перевод? Главный Вигам. Я просто офигел. Тебе нужна маскировка. А есть не главный Вигам, да? Есть второстепенный Вигам, а это главный Вигам. Просто охереть. Ой, господи. Маскировка мне нужна, да? Прекрасно. Давай, так, ну, значит, мне надо... Мне надо идти куда-то, где тут продают одежду, правильно? А где тут продают одежду? А хрен его знает. А мне не показывают, понимаете, на радаре абсолютно, где продается одежда. Вот, не показывают. То есть я должен это найти сам, да? Ну, я попробую.
Сейчас мы покатаемся по городу. И, может быть, возможно, мы найдем не главного вегама, который нам подскажет. Иди туда, например. Фу, мои волосы. Замечательно. Оу, чувак, ну ты придурок. Поздравляю. Поздравляю. Кто-то сейчас загорится и умрет, потому что наехал не на ту девочку, понимаешь, мужик? Не на ту девочку. Да ты можешь отойти, будак, что ты встал? Я пытаюсь тут взорвать человека, а ты мне не даешь. Ну-ка. Слава богу, есть ремни безопасности. Что-то не взрывается ничего. Странно. Ну ладно, пусть живет. В принципе, ему и так на ремонт придется очень много отдавать. А мне вот не придется. Чтобы разбить ящик, так, Нельсон стоит. Ну, Нельсон нам нахрен не сдался, я думаю. Без Нельсона мы как-нибудь обойдемся. Давай, пошевеливайся. Говори, Глория, говори. Какая Глория? Где ты Глория? Где этот? Одежки. Вон тоже карточка наверху, да? Вот мне кажется, вот сюда надо. Так точно. И мало того, тут еще Отто тусит. Ни с того, ни с сего. Сейчас будем покупать одежду. Так, Лиза крутая. О, пожалуйста, поедь в казино мистера Бернса. Да, теперь вот в этом прикиде меня никто не узнает, конечно. У нас такая нехарактерная внешность. Ну что? Вообще, мы прям сливаемся с толпой. Нас не узнать. Кто это? Это Лиза Симпсон? Или, возможно, это одна из прокуренных сестер Марч? Непонятно, да? Мне вот сюда, да? Нет, вообще-то это... А, это Скиннер, это дополнительная миссия, я понял. Ну ладно, это мы не будем вдаваться. Так, вот здесь вот надо бы объехать. Падла тут встала, мать твою. Да что ты будешь делать, а? Вот надо было застрять обязательно. Пошел вон, жербесик. Иди нахер. Так, ну слушайте, что-то я смотрю. Город он как, он загружается? Нет, непонятно в этот раз. Я не хочу спрашивать про ценность этой деятельности. Я не хочу спрашивать, какой мудил тут эти бревна пораставлял. А вот, собственно, куда мне надо, да? Садись в машину. Вот в эту, в полицейскую, да? Ну окей, все, погнали, давай. Опа! Ну, садись, ну чё ты? Не садится. А, понятно, надо так вот, да? Окей. Скользкие ищейки. Следуй за Снейком и найди три улики, которые указывают против него. Не упусти ни одной. Мы его что, призовем, получается? Миссис Симпсон, к вашим услугам. Да-да-да, мы его будем призывать к ответственности уголовной, там, молоток судейский. Преступлений не бывает выходных, а у меня есть. Так, здесь у нас что? На этот раз ты выглядишь получше. Здесь у нас предмет брошен. Какой предмет? А, еще предмет. Надо за ним следить, собирать предмет, я понял. Это самое ужасное из наших преступлений. Чё он там несет? Что-то там ужасное из преступлений. Так, предмет еще бросал, нет, этот придурок? Бросал предмет или нет? Ой, блин! Да, предмет брошен. Я поеду быстрее или штаны сниму. Ты как думаешь? Слушайте, какая-то жесткая миссия. На самом деле очень быстро едет. И этот, мы все время врезаемся. Он что-то по духу трендит. Все так сложно. Давайте еще раз сейчас попытаемся. Так, в этот раз вроде бы получается лучше. Я смотрю, что... Да, вот, видите, уже... Второй. Уже два предмета. Ай, давай, нормально, пожалуйста. Эпс. Ну, вы сами понимаете, без этого обойтись не могло. И что же будет дальше? Мне любопытно. Что же, мать твою, будет дальше? А, дальше все подгрузится и все будет хорошо. Ну окей. Окей. Ребята, игра опять начала творить херню. А как интересно, я думаю... О, предмет брошен. Все, поедь в казино. Замечательно. Я даже в него врезался, в принципе, и похер. Подумайте. Так, у меня... Мне вот непонятно. Игра вроде загрузилась, все было хорошо. Чё опять началось это дерьмо, объясните? Чё оно началось? И на прошлых локациях такого говна не было. Это именно вот здесь. Это именно вот здесь вот творится. Ну ладно, давайте ехать в казино мистера Бернса. Я очень надеюсь, что сейчас ничего не залагает, потому что у меня 30 сраных секунд. Мне надо доехать, чтобы все было нормально, чтобы игра от меня отклупалась, да, что я выполнил свою задачу, все, идите нахер. И вот хотелось бы... Повезло, о, удачно! Вот это удачно получилось, да? Так, ну здесь я... Ну здесь я, ребят, не знаю, что. Ну вот что здесь? Вот тут, вот. Тут как бы я приехал время уже. Истины. Я приехал, но игра меня не пускает, понимаете? Я приехал, а игра меня, падла, не пускает. Приятный момент. Осталось 6 секунд. Ну, давайте, может быть, игра загрузится в главном меню, пока я посижу, нет? Чё это за херня? Алло, игра! Я все сделал!
Я прошу... что я готова не на 99%. Да я был готов на 99,9. 9.9999. Я был готов. Я был готов. Я все сделал. Я приехал. Ой, ё... Попробуем еще раз. Попробуем еще раз. Даже не знаю, может я поеду быстрее или штаны сниму. Ты как думаешь? Я думаю, что штаны снимать не надо, мужик. Пожалуйста. Давай мы обойдемся без этого. Так, ну что, ты третий-то будешь выбрасывать? Вот, он выбросил третий предмет. Мы снова едем назад. Ральф, начальник полицейского штаба, он только что попросил, что он может снять штаны, как бы, перед маленькой девочкой. Здесь ты видела, это такой полицейский юмор. Профессионал, да. Профессионал снимания штанов перед маленькой девочкой. Да, это ты молодец, это ты умеешь. Это ты умеешь, это ты могёшь, старина Ральфи. Блин. Блин. Опять что? Так получается, игра непроходимая, да? Или это именно сегодня так мне повезло? Ну, как же заставить прогрузиться эту срань? Оу! 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 И совершенно свободно. Без преувеличения. Хорошо, у нас есть все, что нам нужно. Теперь о твоем брате. У нас есть много разных видов правительств. Может, тебе стоит посмотреть в ночных клубах? Не забудь также про футбольные клубы. Да, в ночном клубе сейчас буду тусить. Буду снюхивать Пошли, дорожки со стриптизершей. Ты неплохой полицейский. А, ты да. уже это говорил. Машина да, у тебя это там. Я. Машина у тебя там страдает. А чё ты ржёшь? Ты видишь, что мы в параллельной вселенной какого-то адового говна? А на этом игра вылетела. Вот такая херня. Ладно. В общем, давайте на этом заканчивать. Я надеюсь, игра сохранилась после прохождения этой миссии. Очень на это надеюсь. Блин, и я еще очень надеюсь, что когда мы перейдем на следующую локацию, все эти проблемы исчезнут. Очень печально. Это моя любимая локация в игре, и она работает вот так вот через жопу. Но я заметил, что это только сегодня. Может быть, больше этого не повторится, не знаю. Ну, что есть, то есть. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.